И вот я снова осталась без фоточки для своей концепции, поскольку хорошие иллюстраторы не воруют, мне придется использовать иллюстративный объект вместо фотографического. Сегодня рисуем нож, простенький, стальной с пластиковой ручкой. И для тех стойких зрителей, которые досмотрят это видео до конца, я подготовила небольшой бонус на тему коррекции формы. Поехали! Я нарисовала черновую тень, пером отрисовала общую форму лезвия, продублировала его, чтобы сделать толщинку, и в каждом новом слое добавила отдельно каждую плоскость лезвия, чтобы удобно было их редактировать. Теперь кисточкой набрасываю рефлексы от капусты, падающие тени, цвета, отражение каких-то моментов, которые находятся близко к лезвию. Ну, в целом плоскость ножа довольно лаконична в своем объеме. Следующий шаг – фактура. В фильтрах я выбираю фильтр «Шум», «Добавить шум». Добавляю шум, довольно ярко выраженный, пускай он будет монохромный. Его мы размоем следующим фильтром, размытием движений, выстраивая угол размытия по направлению заточки ножа. Таким образом, добиваясь визуального эффекта заточенной стали. С каждой плоскостью я работаю отдельно, выставляя угол согласно направлению плоскости. Боковая плоскость будет наименее выражена в своей фактуре, потому что она наименее всего затирается и затачивается. Следующий этап – это ручка ножа, боковая поверхность и толщинка. На толщинке я сейчас прорисовываю светотень, учитывая верхний рассеянный свет. На толщинке же эта светотень будет наиболее ярко выражена, учитывая форму ножа. И сразу же в полутонах прорисовываю зелененький рефлекс от капусты. Теперь перехожу на боковую поверхность. То же самое, немножко ярче контраст, рефлекс, шлифую переход. Размытием в движении, делаю его более мягким. Ну и наношу, конечно же, блички, используя свой любимый эффект размытия в движении и пальчик для того, чтобы все это выставить более аккуратненько и симпатично. И последний этап – декоративные металлические вставки. Я рисую, опираясь на рисунок объема, заданный ручкой ножа, повторяя, как бы продолжая блики и тени на вставке от ручки. И ура, наступило время детализации, мое любимое. Просматриваю подробнее каждый элемент, подчеркиваю объемы, добавляю новые детали, новую информацию. Сращиваю элементы между собой, анализирую, насколько органично они смотрятся все вместе. И если не наврать в общем рисунке, то каждая деталь будет приближать нас к реализму. Вот так вот получилось у меня. Дальше я буду работать с этим эскизом не на камеру. А для тех, кто остался со мной до конца, как и обещала, хочу показать бонусное видео. Это небольшой совет по коррекции формы предмета с ярко выраженной фактурой, которую нежелательно корректировать в фильтре пластика. Я планирую избавиться от всего, что выходит за белую линию. И делать это собираюсь при помощи инструмента Lasso. Сильно приближаю, чтобы видеть фактуру. Теперь аккуратненько, вручную, огибая каждый пупырышек, отрезаю ненужные мне куски формы. Форма заворачивается очень мягко, и ярко выраженная фактура позволяет мне делать это с легкостью. Я как будто убираю лишние задние ряды из зала в кинотеатре. И позже, во время работы с объемом и фокусом, следы этой манипуляции сотрутся окончательно и навсегда для глаза зрителей, которые будут смотреть на эту картинку. Гладкую часть брокколи как раз очень удобно корректировать в фильтре пластика. Во-первых, потому что коррекция довольно-таки небольшая. Во-вторых, потому что фактура не ярко выражена и фильтр не покалечит ее. А на сегодня все. Пока!